подарок получился, что даже никто не ожидал. Но, тем не менее, я счастлив. Цена его не столь высока, сколь высоки его возможности, но для всего нужно допил. Комплектуется очень просто, сами часы, зарядное устройство, ну и, соответственно, к зарядному устройству нужен будет переходник. Небольшая инструкция, вот все перед вами. В общем, начнем с того, что при попытке подключения к данному девайсу я столкнулся с такой сложностью. Когда устанавливаете программу Mi Home для того, чтобы законнектить данное устройство, если вы выберете другой регион, кроме как Китай, то вы данный гаджет не найдете в списке предложенных. Поэтому изначально нужно выбирать регион Китай. Тогда без проблем у вас подвяжется любое оборудование. В моем случае это телевизор и также будильник умный, Mi Alarm. Вот, в принципе, и вся заковыка. Дальше вы подключаете его к Wi-Fi, и все, вперед. Как подключить к Wi-Fi, вы можете видеть на экране дублирующим. Никаких сложностей здесь нет. Вам нужно будет только немного подождать, выставить время, зайти в дополнительные настройки. Они находятся вверху, в настройках. Можно свободно разобраться, что к чему. Где поставить 24 часа, где установить другую мелодию. Я думаю, вы разберетесь сами.